Мене звати Олена Концевич і це проект «Реакція». Самий центр Одеси і чергова новобудова. Ось цю територію поряд з Потьомкінськими сходами хочуть забудувати. Будівництво повинно початися вже невдовзі. Тут з'явиться двоповерхова будівля із павільйонами, кафе і терасою на даху, яка буде виходити одразу на підпірну стіну грецького парку. Тим часом активісти стверджують, що міські чиновники з управління архітектури свідомо порушили закон на користь забудовника. А споруда тим часом може призвести до зсувів, та й пам'ятка архітектури неподалік. Що ж думають з приводу нової забудови в мерії? Далі пряма мова. Проектна документація знаходиться в розробці. Розрішення на будівництво не видавалось. Информация о прохождении экспертизы также отсутствует. На сегодняшний день существует план зонирования территории, генеральный план города. Согласно этим документам, выданы условия строительства и ограничения. Плюс, учитывая, что это исторический ареал, этажность здания не может быть выше 21,5 метра. Ну и традиционно, думка одесситов с приводу новой забудовы в центре? Ну это все-таки рискованно, да. Я думаю, что это будет немножко отвлекать от достопримечательности и переводить взгляд на заведение. Отрицательно. Я считаю, что исторический облик Одессы должен сохраняться. А то, что там кто-то выкупил и что-то будет строить, и что толк? Вон же на морвокзале построили гостиницу. И что, свечка стоит себе и все. Без ничего, без... Я не думаю, что там кто-то живет или еще что-нибудь. Я не видел. Я считаю, что это тоже будет неправильно. И так весь город новострой. Я не думаю, что это будет очень прямо удобно, чтобы строить там еще двухэтажное стеклянное здание. Это вообще... Честно говоря, для Одессы всегда не мешает, с одной стороны, это привлечение туристов и в этой отрасли инфраструктуры, и чтобы росла и действительно удивляла чем-то. Туристы приезжают к нам, любят Одессу, хотят что-то новенькое. В этом плюс. А так, чтобы не мешало опять-таки жителям и их комфорту, это другое дело. Я думаю, не надо. Все-таки город есть город, и архитектура есть архитектура. Кто захочет жить, они везде себе найдут. И дома, и квартиры по, ну, чуть подальше. И территория, она должна быть, оставаться территорией, чтобы где-то можно и людям отдохнуть, прогуляться лишний раз. Все это неправильно. У нас сейчас все строительство в нарушение закона. Вот мы с вами стоим. Где здание, которое должен был возвести горисполком? Где тот, который все это сносил? Мене звати Олена Концевич, це був проект «Реакція». Слухаємо, думаємо, робимо висновки.